Здравствуйте, друзья. Привет, ребята. Сегодня мы решили провести все-таки совместный обзор по данной модели автобуса ICARUS 280.64. Пришла она к нам вот в такой коробке. Коробка была вся помятая. Потом в итоге, когда мы вытащили модель из посылки, из коробки, коробка у нас вся развалилась. В итоге мы ее подклеили. И вот что у нас получилось. Вот так сейчас она выглядит. Ну, целенькая, но все равно вот вмятины видно. Да, перевозки. Хотя, не знаю, может быть, это не столь важно. Хотя модель должна храниться в надлежащем виде и в хорошей коробке, согласитесь. Да. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут написано. На верхней части у нас изображен логотип советский производителя. Автобус. Да, автобус советский. Значок руль. Угу. На передней части у нас название машины. Да, название модели. Это масштаб. Масштаб указан. В нижней части у нас описание товара. Производство в Китае. Но вот что-то здесь не описано. Нету информации о производителе данной модели. Где она находится, какой город. Обычно же это пишут, но вот на моделях советского автобуса, да, этого нет. Давайте сейчас мы откроем коробку. Увидите машину. Да, и посмотрим модель вместе. Итак, модель автобуса ICARUS 280.64. Планетарные двери. Производитель советский автобус. Ну, хотим отметить, что по покраске данной модели... Никаких замечаний нету? Да, замечаний нет Все никаких. Хорошо. Покраски. Вот. Давайте начнем с крыши. У нас достаточно хорошо отлит кузов. Да, мы видим, имеются ребра жесткости, люки хорошо отлиты. Также видим, очень хорошо сделано сочленение самого автобуса и прицепа. Ну, на крыше мы видим, имеются габаритные огни, огни автопоезда. Конечно же, не впечатляет этот факт, что все это отлито вместе с кузовом. Конечно, смотрелось бы куда лучше, если бы это были отдельные фонарики, но здесь они отлиты и окрашены в два цвета. Серый и красный. Серебряный и красный. Влад не подсказывает. По проработке и детализации салона. Ну, салон — это отдельная тема. По проработке кузова вот снаружи мы видим, что окраска, прорисовка молдингов, прорисовка уплотнение стекол достаточно все хорошо, аккуратненько сделано. Тоже замечаний по этому нет. Посмотрим также ступицу задней тележки. Покажу я вам на камеру. Тоже все достаточно видно. Очень копийно, да. Средний мост. Тоже мы видим отличная детализация ступицы. Ну и такая же детализация отличной по передней балке, поворотный передний мост. Вот. Сочленение. Модель статична. Она у нас... Ну-ка, Влад, покажи, что модель у нас... Нет, пониже опусти, да. Модель у нас шевелится. Сочленение работает. Очень хорошо даже. То есть, видите? Да. Ну, особо-то усердствовать не надо. Все-таки это модель. Может, она вот сломаться? Давайте посмотрим переднюю часть модели. Передняя часть хорошо все сделано. Вот в отличие от тех моделей ICARUS 260, я смотрел тоже фотографии по ним на тех же сайтах, которые продают данные модели. Не понравилось мне, как у них сделано. Вот были зеркала, дворники. Все это было какое-то кривое. Здесь, как ни странно, когда мы изъяли модель, достали из коробки. Все, было хорошо. Да, приятно были удивлены, что дворники все аккуратненько все сделаны. Да. Хоть это и непонятно, то ли пластик, то ли какая-то резина, но достаточно так хорошо все держится. Резина. А? Мне кажется, когда она держится вот этим. Да нет, ну я не знаю, что это за материал, но какой-то мягкий пластик. Угу. Может быть, силикон, не знаю. Вот. Отдельно у нас выполнен бампер, он изготовлен из пластика. Передняя решетка облицовочная тоже пластиковая, на ней отдельной детализацией вставлены фары передние, да.
Очень хорошо сделаны поворотники. Но это только впереди. А вот сбоку на модели их нет. Они просто окрашены краской оранжевой. И все. Давайте посмотрим заднюю часть модели. Тоже достаточно все просто. Но видим, бампер что отлично. Здесь да, бампер тоже у нас отдельный. Отдельные задние фонари. Вот два фонаря хорошо сделаны. Они, видимо, окрашены то ли лаком прозрачным, то ли витражной краской, которая прозрачная. А вот внутренний, это вот фонари, который задний ход, оно просто окрашено серебряной краской. Ну, не знаю, могли бы просто не закрашивать достаточно, лучше бы, да, лучше бы смотрелось. Да. Ну а вот нижняя часть, она вообще никак не радует. У Classic Bass лучше. Да, вот у Classic Bass у них достаточно все хорошо сделано. Есть рулевые тяги, даже двигатель с радиатором, все сделано отлично. Не знаю, почему вот на этой модели. Нету. Да, хотя вот у них вот я видел Икарус 180, у него там у него и радиатор стоит. Двигатель все достаточно нормально так проработан, ну, по крайней мере, все различимо и видимо. А здесь просто какая-то ерунда. На задней тележке вообще ничего нет, в прицепе. Ну, мне кажется, даже и говорить о ней не стоит. А так вот в целом модель очень хорошая. Конечно же, она будет доработана. Изначально я планировал сделать из нее конверсию. Хотел ее покрасить, да, ее хотел покрасить в два цвета. Это охра и синий. Основной цвет должен был быть охра, двери. И вот нижняя часть должны быть синими. Просто у нас в городе был Икарус 280 с планетарными дверями. Его давно уже порезали, год три нет. Мне он запомнился. Этот автобус, на нем работал мой товарищ. Машина была хорошая, правда, она старенькая была, 91-го года. Она есть в интернете на трансфото. То есть на этом сайте можно вбить номер и посмотреть, что за автобус. Продолжим тему описания модели. Модель у нас будет доработана. Мы снимем, конечно же, вот эту всю ерунду. Поставим от фототравления детали. Фототравление, то есть дворники, зеркала будут заменены. Поставим шильдик Икарус, какой должен быть. А модель перекрашивать мы не будем. Мы когда ее достали из коробки, поняли, что мы ее не будем портить. А может быть, скорее всего, дождемся. Может быть, кто-то из производителей выпустит киты на Икаруса. И тогда мы из китов уже соберем модель, какую нам нужно изначально, с нуля. Ну, по салону, конечно, доработка будет. Сами знаете, что уплотнение стекол, даже вот со стороны водителя, с кабины видно, что ничего не детализировано, все под один цвет, весь салон, все поручни. Мы тоже хотим это все доработать. Сами знаете, да, что не ахти здесь. На сайтах вы видели. Все это будет доработано, конечно же, со временем. Также вот заднюю часть вам покажем. Вот. Ну, в целом модель хорошая, что говорить. Достойно своих денег. Ну, как достойно? Я не соглашусь с этим, с твоим мнением. За такие деньги, блин, у Classic Bass можно купить. Но так как уже продажи таких моделей нет, вот с такими дверями, осталось только московской окраски, выбирать было нечего. А на Авито, сами знаете, можно попасть на какого-нибудь шарлатана и деньги ему просто так отдать. Тем более они все просят оплачивать сразу на карту. Поэтому, ребят, лучше заказывать с проверенных сайтов, с добросовестных продавцов, которые могут и обменять в случае чего модель, если какие косяки. Эта модель пришла из Питера. Если кому нужно, ссылку я вам кину. Уже неоднократно я заказывал модели, заказываю и буду там заказывать. То есть меня все устраивает. А следующая модель мы закажем, это будет у нас модель автобуса
ЛиАЗ-5256, бело-желтая окраска. Вот обзор по ней тоже будет. Вот, ну а сейчас мы закончим обзор. Всем, кто смотрел, всем спасибо. С вас лайки, пишите комментарии. Мы создали группу ВКонтакте. Да. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылки вы все увидите в описании. Внизу. Да, в описании. Давайте всем пока. До встречи на канале и до встречи в группе ВКонтакте. Все, давайте, пацаны, пока. Пока.